Лиджи Горяев, Ромашкина, Волков, экстренный. Вызов принят. Впереди 24 часа на смене. И не важно, что сегодня у Виталия и его коллег профессиональный праздник. В скорой медицинской помощи работу нельзя отложить или приостановить. Порой пациенту может помочь внимание и простой разговор. Достаточно иногда даже просто с людьми просто поговорить. И уже людям становится легче. Даже не прибегая к никаким медицинским препаратам, средствам, достаточно просто поговорить. Вот это самое сложное. А остальное, ну, нас этому учили, мы к этому привыкшие. Работать без сна, оказывать экстренную помощь, спасать жизни. Еще в юности Виталий случайно попал на рабочий выезд с другом-медиком. С тех пор решил для себя, что тоже будет врачом скорой помощи. В Одинцово он приехал 2 года назад из Астрахани по приглашению. За это время коллектив стал родным. И я хочу вот низкий поклон и поблагодарить свои бригады. Когда бы я не дала какой бы вам вызов, вы всегда делаете так, как надо. Спасибо вам всем. Перед началом трудового дня поздравить работников скорой медицинской помощи пришли депутаты-единороссы. С теплотой поблагодарили за непростой труд медиков. Нам хотелось, чтобы их немножко принести частичку нашего тепла и слова самые теплые, самые добрые и светлые слова подобрать в этот замечательный день. Сами виновники торжества желают лишь одного, чтобы их помощь требовалась как можно реже и все были здоровы. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцово».